балет лучше, хореограф лучше, все лучше. Фантастическое шоу. Я считаю, что нужно в Лас-Вегас поехать после программы. Все, собираем портфолио и едем. Какой-нибудь действительно вместо церкви до соли хватит там солировать. Вот что это. На Burning Man едем сразу. Burning Man, это моя мечта. В этом костюме? Я прям в этом костюме поеду, я его выкуплю. Мы, а мы спутниками будем вашими там. Ой, замечательно. Такая получше групповуха замечательная. Спасибо. И та-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 та. Тум-пам-пам-па-пам. Тум-пам-пам. Да, можешь типа, можешь кверху их. Это не важно, они будут делать вращение. Тут кем-то еще. И всех волнует то, что скажет другой. Каждый бы хочет тут кем-то еще. Медленно вправо и влево. И чуть под подбородок, чуть вверх. Ага. И теперь в другую сторону. Больше у меня ничего нету. Благодарю. Даже шикарная планета. Шикарная планета. Мы вас отпускаем и спасибо. Я бы, конечно, еще раз прошел. Но я не буду наглеть. Ой, конечно, товарищи. Как в шкафу. Как в шкафу в детском саду. Запрешься в прятки. В шмотках сидишь в родительских, которые уже... слегка с каким-то этим нафталином, там все это вот, где-то недостирано, и вот сидишь и прячешься. Значит, если вам не скучно, я буду вам рассказывать дальше. Дело в том, что суббота принято, не принято, а желательно не, разгребать какие-то свои завалы, значит, шкафы, наводить порядок, мыть что-то, значит, расставлять правильно предметы. Кормите ворон. Это мои любимые птицы, между прочим, не чем-нибудь, а соленым рисом. Поэтому вы в пятницу варите кастрюльку риса, подсаливаете, и всю субботу тратите на то, чтобы в Москве же очень много ворон. Вы кормите ворон, ходите.